Друзья, добрый день! Вот начало августа, и многие из вас уже давным-давно дегустируют, пробуют и копают свою картошечку раннюю. Помните, в начале сезона мы с вами высадили картошку, буквально одну грядку на еду, чтобы побаловать себя и близких. Высаживали картошечку и рассадным способом. Помните, в ведерках высаживали мы всего лишь 6 или 8 кустов, я сейчас не помню, по-моему, 6. И именно эти кустики пошли в авангарде, скажем так, дегустации картошечки в этом сезоне. Мы их давно, конечно же, съели. Выращивал я их из своих семян. На семена больше не оставлял картошку. Почему? Потому что ко мне в этом году пришли семена, я обновила посадочный материал. Напомню, 3 новых сорта, скороспелые. Это были Белороза, Наташа и Кристал. Вот большей частью картошечка уже полегла. Половину грядки мы уже скушали благополучно, оставили часть на семена. Кстати, помните, я вам говорила, что я высаживаю картошку на грядку в два рядочка и закрываю ее обильно мульчей. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, картошка была защищена от выветривания, потому что в этом году достаточно был сухой сезон, и картошку мы поливали даже, а мульча, она предотвращала пересыхание почвенного слоя. Во-вторых, все микроэлементы и элементы питания, которые мы вносили в лунку, потом в промежуточную подкормку. И мы с вами, помните, выпуск делали, когда картошечка у нас подросла и еще не сомкнулись ряды. Мы вот это удобрение, которое, кстати, использовали при посадке фертика картофельное 5, которое содержит весь полный набор и спектр микро-макроэлементов для развития и плодоношения, формирования клубня. То есть урожай картошки полностью обеспечен внесением вот этого вот комплексного адресного удобрения. Мы его с вами при посадке в лунку добавляли, и потом вторую подкормку делали именно уже заделывали между рядочками. И вот именно эта подкормка дала нам возможность собрать промежуточный урожай картошки. Как мы это делаем? Мама и бабушка, они еще меня давным-давно научили, поскольку картошку мы таким образом сажаем уже много-много лет. И в деревне это называется способ подворовывать картошку. То есть мы руку запускаем под мульчу, и не тревожа столоны нежные, которые внутри формируются под мульчей, то есть получается, как же у нас с вами кустик, и внутри картофельные клубни. Они нарастают неравномерно. Сначала наливаются более крупные. И можно без повреждения куста снять одну-две картошечки, допустим, чтобы наливались все остальные. Конечно, трудно оценить конечный результат урожайности картофеля, но мы-то знаем, что с каждого куста мы уже 3-4 картофельные сняли, поэтому при выкопке можно уже понять, сколько примерно клубней у нас получается в итоге. Поэтому мы сейчас с вами, когда будем картошечку копать, мы будем учитывать, что часть картофеля мы уже оттуда сняли. Давайте сейчас вместе посмотрим, выкопаем пару кустов и оценим, что же у нас получилось в этом году с новыми семенами. Вот моя грядка с картофелем. Давайте посмотрим на сорт Наташи. Сейчас я подвину один кустик. Для этого сначала снимаю мульчу. Напоминаю, что картошечку я высаживала одним клубнем размером примерно с куриное яйцо. Поскольку количество посадочного материала у меня было ограничено, я прям буквально чуть-чуть поддеваю кустик со всех сторон, потому что картошечка лежит поверхностно, она не глубоко. Кустик картошечки мы подели, просто аккуратно вынимаем его и оцениваем результат. Посмотрите, давайте вместе считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Вот уже 10 картошинок есть. Обратите внимание, есть еще мелкие картошинки. Они еще до конца не налились. Сейчас соберем всю и покажем, что у нас на кусту имеется. 3-4 картошинки крупненьких мы уже сняли. Еще раз проверим сейчас лунку. Ох ты, здесь еще 2 картошечки. Вот видите, вот осталась старая картошечка, которую мы использовали при посадке. Ее нужно удалить. Да, сорт мне очень понравился, урожайный. Смотрите. Все, смело берем его в работу на следующий год. Для гарантии сейчас можно еще раз вилами поддеть и посмотреть. Видите, почва рыхлая. И
давайте подведем итоги. Вот с одной такой картошинки, посаженной на семена именно в лунку, с использованием адресного удобрения именно для картофеля. Напомню, что фертика 5 картофельная, оно бесхлорное, поэтому картошечка очень благотворно отзывается большим формированием большого количества клубней. Кстати, мы пробу уже снимали, картошка вкусная, и сорт свои свойства проявляет. И все-таки насыщение правильными питательными элементами сказывается. Вот я сосчитала, здесь у меня вот в этой кучке лежит 14 картофелин среднего и крупного размера. Напомню, 3 картофелинки мы уже заранее отсюда подежурили, уже из-под соломки вынули. 4 вот такие картошечки я оставляю на семена, я их немного подзеленю и уберу на хранение. Но еще вот несколько картошечек, вот таких вот клубней мелких, которые могли бы еще, может быть, подрасти, но, видите, мы сегодня уже выкопку куста совершили. Кстати, напомню, мы с вами выпускали ролик по агротехнике картофеля, и я рассказывала, что с мульчи я раздвигала побеги, делала так называемое разокучивание. Это, кстати, тоже стимулирует образование клубней на кусту. Вот такое соблюдение нехитрых правил агротехники, то есть внесение правильного удобрения при посадке, дополнительная подкормка в процессе вегетации, при засушливом лете достаточный полив и, соответственно, мульча, которая сохраняет от выветрения влагу и сохраняет питательные вещества в месте посадки, вот и мы получаем такой богатый урожай. Я желаю, чтобы вы на следующий год взяли на вооружение наши советы. Надеюсь, они вам пригодятся, и вы получите урожай вкусный, рассыпчатый и урожайной картошки.